Эгегей, зритель, в смысле привет. Вот тебе мои фавориты осени. Я все что-то никак не соберусь, а тут уже почти октябрь закончился, завтра закончится. Я как улезла в один спортивный костюм, подаренный мне одной подписчицей Наташей на день рождения года два назад, велосипедный. Так в нем и шастаю. На день рождения на природе шастаю. В гости вчера ходила с компьютером и телефонами помочь шастаю. Разве что не сплю и дома не хожу. В общем, у меня есть такое пальтишко, ему 300 лет. У него раньше был капюшон, может быть, ты его помнишь. Но теперь у него капюшона нет. Зато у меня есть капюшон вот этот. Это новые наушники, возможно, я их даже не обозревала. У меня сдохли старые наушники, которые Настя Зарецкая подарила. А может, я их обозревала, но еще не монтировала, честно, не помню. И я купила их на Wildberries. А может, обозревала и даже выложила на канал, просто забыла. Потому что вот меня сегодня попросили один ролик записать на одну тему, а я думаю, блин, у меня же такой ролик есть. А на днях я читала комментарии, тебе сейчас покажусь вот так, как оно выглядит. И мне сказали, что мой канал нашли по какому-то рецепту, там что-то, то ли щи, то ли борщ медленной варки. Я думаю, обалдеть, у меня что такое есть, пошла смотреть, внезапно есть. Ой, я тут этот не поправила, я просто собираюсь потом стрим по-быстрому провести. Ну как, у меня по-быстрому редко получается. Хочу сразу сказать спасибо Амине за второй донат на этой, наверное, неделе. Благодаря Амине у меня снова теперь есть донейшн-элец. Спасибо Диме за донат. Я вставляла эти спасибо в ролик, который снимала еще за неделю до того, как мне пришла идея, что я хотеть одну камеру, что я снова смогла пересилить свое стеснение на тему того, что вот тут еще кармашки, тут есть платочек, можно высморкаться. Что блогер как бы вполне себе может сказать, зритель, хочешь сказать спасибо, поддержи, пожалуйста, мой канал или помоги мне накопить на камеру для этого канала, которая с отличным в общем, DJI Osmo Pocket 2. И будет мне счастье, и тебе счастье, если ты любишь смотреть ролики, которые я снимаю, допустим, когда иду по улице, и у меня лапа при этом дрожит, даже со стедикамом, то вот она не будет дрожать, в смысле дрожать то будет, но на картинке это не отразится. Так вот, если хочешь сказать мне спасибо, но не знаешь как, есть Donation Alerts, ссылка в инфобоксе. Вот здесь еще будет, наверное, в облачке это все. Можешь кинуть меня биткоином. Номер кошелька есть в инфобоксе. Можешь подписаться на меня на Boosty. Ну, не все же осенью было холодно, я ходила и без пальтишки. И это самое, подписаться на хавчики на камеру, либо на СМР. Можешь поддержать меня донатом на карту Сбербанка через систему быстрых платежей, если знаешь мой номер телефона, на Юмони, через ВКП или еще каким-то иным способом. Все есть в инфобоксе. И мне будет хорошо, и меня это мотивирует снимать что-то почаще, и тебе хорошо. А если ты вне России, то можешь вообще подписаться и стать спонсором, оформить спонсорскую подписку. У меня тут телефон. Моя тетя вообще считает, что сюда ничего не надо ложить, потому что оно отвисает, и кажется, будто я беременная со всех сторон. Но оно удобно. Я вчера близкому другу говорю, слушай, вот меня ругают, что сюда. Она говорит, ну что, прикольно же. Так вот, когда было не так холодно, как сейчас, что надо было одевать пальтишко или курточку. Есть еще курточка, но это больше фонарик. Этому, кстати, шарфику больше 10 лет. Это мне от гринмамы достался, у меня был еще серенький, но у меня на тот момент было всяких таких мужиков овер дофига, которые считали, что девушка должна их содержать, как-то спонсировать и так далее, а девушку нет. Вот здесь дырочка. Ее так-то не видно, когда носишь. Почему дырочка? Оно у меня как-то было с какой-то курточкой и застряло в змейке. И пришлось выстригать, вырывать как-то так. Но мне его настолько жалко выкидывать только из-за дырочки. Он мне настолько нравится. Я вообще забыла про эту дырочку. Что когда одеваешь, ее не видно. И вот гринмамовский шарфик когда-то за заказ получила, а серенький я подарила какому-то панку. И вот оно у меня вот так ходится. Так вот, когда бывало не так холодно, то я ходила вот так вот.
У меня там была какая-нибудь кофточка под низ или какая-нибудь футболочка. Сейчас там тоже футболочка. И обычно я таскала футболочку, которая от моей пижамы. Ну, ее как бы под ним не видно. Я сейчас упав себе развернусь. А иногда я ничего не таскала. Сейчас у меня там футболочка. Я просто очень хочу ее показать тебе на камеру зрителя. И тут вот слегка небольшой стриптиз. Я даже сейчас, когда стало холодно, стала таскать лифак. И внезапно, вау, я слегка схуднула, потому что лифак у меня снова застегается на первую петельку, а не на вторую или третью. Но ты, любители, есть такие любители, покопаться в чужом грязном белье, либо в чужом глазу, можешь сказать: «Лёля, ты жирная!» Я скажу: «Да, я жирная, жирнее тебя в твоих мыслях». Но я считаю, что я схуднула с детства. По сравнению с прошлым годом или позапрошлым годом. И я уже третий день делаю гимнастику, потому что велосезон, к сожалению, у меня закрылся. Сегодня еще и снег пошел. Вот, смотри, какая шикарная футболочка. Если бы я управляла с телефоном, я бы приблизила. Но когда у меня будет, допустим, камера DJI Osmo Pocket 2, то я смогу это как бы приблизить. Правда, придется управлять с телефона Samsung, который раздает Wi-Fi под моей сестры старой. Потому что вот, ну, вот так вот управлять. А может быть, я как-то по-другому приноровлюсь. Ну или может быть, к тому времени они допилят приложение для Huawei Honor 9A. И я бы тебе вблизи показала эту футболочку замечательную. Замечательная футболочка. Рисунок здесь вот того чувака, которому ушел второй шарфик. Волки, жуликов прогони. Тут, значит, флаг с семью звездами этой большой медведицы типа Карелии. В каком-то году, видимо, было в Карелии движение, когда они там ходили как-то это себе какой-то отдельный флаг, не тот, который у них был. Перед Розовоз хотели обозвать Онегоборгом, насколько я помню, и вообще что-то в этом роде. А тут типа Лоухи. Лоухи, жуликов прогони, говорит бабка. Точнее, надпись. Маечка, она теплая, летом мне особо не пошастаешь. Я в ней шастала в Карелии в 2013 году, когда с подружкой туда ездила. Здесь вот низ это чистый хлопок, а сверху какой-то такой материал, он плотный. И благодаря ему вот этот рисунок не смазывается, не стирается. Делала я это в местном центре «Тройка», где вот там распечатывают фоточку, картиночку электронную на какую-нибудь чашечку или футболочку. Вот она. И вот такая маечка. А тут вот тут были веревочки, но они меня так напрягали, что я их выдрала. Тут у меня тоже есть платочек. Потому что иногда едешь, когда тепло. Ну, не так тепло, как летом, да? Ну, не так холодно, как сейчас, но теплее. В общем, теплее, чем сейчас, но холоднее, чем в другое время. И у меня, как обычно, этот насморк какой-нибудь, когда его не ждешь. И раз так этот достаешь на велике, прямо не слезая с велика, рукой из кармана платочек, высмаркиваешься и едешь дальше. И что я хочу сказать, я, конечно, не в тапочках хожу, но вот эти черные носочки, это мои тоже фавориты. Я в них и вот в этом хожу. Еще я хожу дома в домашнем костюме, ну, ты его часто видишь, если смотришь там мои стримы или какие-нибудь хавчики на камеру. И это, в принципе, домашняя шмотка, это не осенний фаворит. Ну вот минимальное такое количество, я сейчас еще пару обуви покажу. У меня вчера обнаружилось, что мои кроссовки, которые мне так нравились, они еще сезон не оттаскались, а треснули на одной ноге большой полоса, на другой ноге чуть поменьше. Одна промокла у меня дважды вчера, другая еще нет. Ну, в них можно ходить только как бы в сухую погоду, и они сволочи были, ведь не дешевыми. И хорошо, что я купила в начале лета, в конце мая или где-то в этом момент две пары кроссовок. Потому что теперь у меня, я хожу у других, которые такие розовые, гламурные. Сейчас я тебе их покажу. Я решила, что можно их заснять вот так. В общем, вот а. Кроссовики, которые вчера меня подвели, к сожалению. Ну да, их помыть надо. Я вчера просто очень поздно пришла из дважды гостей. А это кроссовики, которые я купила, из них, правда, достала стельки, потому что по некоторым причинам они мне со стельками пока никак, потому что у меня что-то ногти на ногах довольно быстро растут. Их надо обстричь, и тогда вот можно будет уже одеть обратно со стельками. Стельки, кстати, розовые. Ну, такие, может,
Да, розовые. Персик розовые, в общем, такие хорошие стельки. Кстати, их можно будет еще куда-то применить. И вот такие кроссовики. Я их когда... Они, ну, как бы покупала, они пришли чуть позже, я их померила, думаю, блин, у меня уже есть кроссовики. Но они мне так понравились, они еще так вкусно пахли. Правда, мой приятель потом сказал, что это ненадолго. Я потом них, в общем, выкупила их с Вайберис и уехала в них на велике. Вот мои фавориты одежды и обуви. Такие дела, зритель, жду твои комментарии, в восторге либо нет. Лайки, дизлайки, подписки и тому подобное. Ну и можешь мне задонатить. А я тебе скажу спасибо, и спасибо еще и в кредитцах. Ну, в смысле, в титрах к ролику. Пока!